Твои пожелания нам всем, одесситам, от того мэра, который сегодня непосредственно в войне находится. Только что проехался по полностью по внутреннему кольцу обороны нашей. Вот, ребята заряженные. Хрен кто кому что подарит. Наша земля, наши дома, наши семьи, наши дети, наше будущее. Вот, заряд патриотический большой. Мне есть проблемы. Проблема то, что больных, конечно, много, но ничего. Вот, бои идут в основном на поступах Киева в городах-спутниках. Вот, в Киеве пока нормально, ночь прошла нормально. Сбили два самолета. Су-35 последний. Военные говорят, стоит 130 миллионов долларов. Су-30 сбили. Сбили крокодил. Аллигатор. Аллигатор у них есть. Наши работают. Подходит помощь. Вот, подходит помощь уже наших партнеров. Оружие такое тяжелое, хорошее. Вот. И самое главное это не металл, не оружие. Самое главное это воля. Поэтому держимся. Однозначно держимся. Время на нашей стороне. Чем дольше мы продержимся, тем больше будет тяжелее и им в России там сдерживать тех людей, матерей, которые там не могут связаться со своими сыновьями по понятным причинам. Вот. И многие из них уже никогда не свяжутся, потому что они пришли сюда. Вот. И там много вещей, которые уже идут. Там тоже нужно знать, что враг измотанный, бля, и уже у них дезориентация. Думаю, что должны были встречать хлебом, солью, херц. Ну, все посылают их нахер, бля. Мирные жители вообще отказываются, бля, встречать, вообще разговаривать. Нахер посылают. Ну, есть такое. Вот. Поэтому держимся. Одесса держится. Одесса очень важная. Город-символ. Спасибо. Поэтому очень важно заряжаться. Вот. Мы вместе с вами, и каждый час идет нам в плюс. Они с каждым часом слабеют. Они уже используют все, что возможно. Блин, у них уже вооружение не осталось, и армия не осталась в России. Здесь практически вся их армия, блин. И получают еще пизделей. Виталь, спасибо тебе огромное. Для одесситов важно очень. Важно, что ты у нас лидер ассоциации городов. Сильный человек. Я знаю, что ты, Виталий, духовитый и сильный. Тебе хер так сломаешь, а тебя не сломаешь, значит, Киев будет стоять. Спасибо. Держись, Виталий.